друзья, всем привет, рада приветствовать вас на канале На Пару. Максим неоднократно снимал ролики, где он весь день радовал меня. И вот пришел мой черед. Сегодня я на протяжении целого дня буду делать ему подарки. А если точнее, 11 подарков. Почему 11? Посмотрите предыдущий ролик. Все будет происходить в формате квеста. Максим будет вытаскивать бумажку и должен будет найти, где спрятан на него подарок или же разгадать загадку. Максиму вообще сделать подарки очень сложно, тем более, когда их надо сделать 11. У меня, конечно, есть парочку идей. Надеюсь, ему очень понравится. Сейчас выдвигаюсь в торговый центр на контрольную закупку. Максим, это для тебя. Ты типа не забыла про подарки? Нет, конечно. Сюрприз, бокс для любимого мужа. Ну, пойдем. Смотри, ты вытаскиваешь одну бумажечку, и там будет или задание, или место, где лежит подарочек. Типа я еще и искать должен. Ну, чтобы какая-то интрига была. Мне приятно, мне давно не делали подарки. Ага, давай вот это первое, окей? Остальные когда? Каждый час. Это ждать придется. Давайте вы первые увидите. Они знают подарки? Нет. Та-дам! У тебя почерк фиговый. Там черт ногу сломит, это твоя гардеробная. Правильно. Окей, пойдем искать. Кстати, пока не забыла, вы помните про наших друзей OneX? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Переходите в закрепленный комментарий, а эта промо дает бонус до 100 долларов. Удачи! Ты догадываешься, что вообще может быть? Одно. Пиво. Потому что у нас сегодня геймерский вечер с пацанами будет после 8. Блин, тут реально черт смотрит. Ты куда мне, ты говоришь, что обувь? Моя обувь. Не-не, все не так сильно спрятано, не думай. Твой паспорт загнан? Ты улетаешь? Это подарок? Да, главный, кстати, ты вытянул суперприз. А, о, да, спасибо, я сам нашел. А, пофиг, па, идиот. Мы как раз починили тачку, у меня нету держателя, типа, для телефона, чтобы, знаете, когда навигатор вбивает, ну. Ты видишь, я тебя слушаю. Это полезно, это можно на время музыку переключать, смотреть на карты и, конечно же, листать наш телеграм. Кстати, прошлый быстро сломался. Ну, я тут спрашивала у эксперта, он сказал, самый надежный. Не знаю, насколько это правда. Не, ну это уже лучше, чем я ожидал. Он фиолетовый. Ну его прикроешь, не будет видно. Для тебя тоже подарок, на. Класс. Я хотела на магнитах, но сказали, что с краснодарскими дорогами это не подходит. Факт, я на них и сломал. Это тебе тонкий намек, что я хочу на винодельню. Даже цвет. Ну, клево. Депо, я знаю же, да, знаю фирму. Все, повесим. Можно в следующий сразу? Ну ладно, один можно. Я только проснулся, даже не успел бошку помыть. Это, конечно, могло подождать чуть-чуть. Ну ладно, подарки не ждут. Любой. Конечно. А там есть, которые привязаны к дню времени? Нет. В принципе, все можно сразу получить. Кекса не будет, да? Как ногами? Нет, нормально. Собери слово из букв. Держи здесь буквы и собирай слово. Или помогай. Так. О боже мой. Это что за мини-игры у тебя? Что было интересно, типа квест. Сис. Это одно слово и лишних нету? Нет, это одно слово. Блин, как много слов и одни и те же. Ты мне буквы не продублировала случайно? Почему? Я проверяла два раза. 3S. Ёлки-палки. Антресоль? Нет, это конкретная вещь, подсказка тебе. Смотри, 2S, скорее всего, рядом. Правильно. Си. Иви, кто уронил коробку? Иви, зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? Сразу такая, я ничего. Давай, я в тебя верю. Я еще не проснулся. Это было подарком адреналин тебе давать. Такого слова нет. Есть! Я первую булку хотел. Самое лучшее. Ассистент. Нет, R лишняя. Тупое это слово выбрала для... Реально тупое. Я специально длинное, чтобы было интересно, а в итоге оно тупым оказалось. Неприятненько. Еще меня заставило свой подарок заработать на него. Это приятно. Нет, я не зарабатываю шумом. Типа, или знаешь, я купила тебе компьютер, правда, да? С твоей карты. Не, все было куплено с моей карты, справедливости ради. Правильно. 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 Еееее. Антистресс это кальян? Нет, кстати, это не кальян. Это... Ты много нервничаешь, и это овечка, антистресс. У меня есть одна овечка. Теперь тебе две овечки. Будешь играть в фифу, а в другой руке держать овечку. Это, конечно, менее полезная штука, явно. Она совершенно точно не окажется у Ив в плену. А ты успокаиваешься? После этого? Нет. Но пока я нажимаю на эту игрушку, вы можете нажать на жирный палец вверх. Алина старалась, и редко же вы видите, что парням дали подарки девушке, а не наоборот. Ломаем стереотипы. Ну, у тебя еще 9 подарков. Прокусит или нет? Ваши ставки, господа? Даже ей не зашло! Неприятно сейчас было. Ладно, пойду бошку сушить.
и нажимать. Придумал шутку: девочки до зала, девочки после зала. На, Ирина, на. Все-таки передумала. Я не знаю об этом. Максим, пришло время следующей бумажечки. За монтажом НХЛ немножко засмотрелся. Надеюсь, это будет лучше, чем антистресс, уж прости. И мне не придется в шахту лезть какую-то. Не понимаю людей, которые пишут вот эти НИ и Т прописными. И не понимаю, ну, типа, зачем вот так писать? Напиши ты И и Т, даже меньше символов. Так сложнее писать. Гонит пьяный басурман через воду дым. Это называется кальян, и он забьет ее им. О, ты угадал! Кальянчик. Да, ну, правильно. Давай, кстати, зацени обложку, мне кажется, топовая. Я сейчас доделаю. Слушай, и... мне кажется, ты был на обложке НХЛ. Доделаю, сразу забивай. Все, я пошла. Okay. Максим, во что играешь? Покемон! Я обещал себе до следующей поездки не играть, чтобы в дороге, в самолете. Значит, поездка затянулась. Давай. Давай. Ну, я предвкушаю, типа, после коньяки. Ну, ты понимаешь, что там не будет машины, компьютера, квартиры, там. Маленького компьютера. Даже маленького компьютера. 3080 Ti или хотя бы. Хотя бы нет. Они ушли, но мы не унываем. Посмотри в шкафу при входе. А где рифма? А я не очень рифмовлю, если честно. Это Пума? Нет. Нет? Ну, я просто подумал, они ушли, типа, из России. Ну, не только же Пума ушла. Это единственное, что в сердечке. И Мандак. Ну, есть пустые точки. Ну, вряд ли бы ты там спрятала. Да, ты угадал. О, кстати, цените домофон. Сделанный? Нет. Ну, да, еще вечерочек. А, анпакинг, давай. Ага. Так. Ох, это типа заместитель спрайта. Да. И заместитель колы. Где фанта? Фанта там не было, сори, бро. Опять не то. Фанту, не, на самом деле, спасибо, у нас сразу закончился, он еще холодненький. Да, да. Опять реклама Ставропольская кола, давненько не было. Бутылка холодная, внутри нет. На стекло быстрее. Но это клево. Как раз за пивом есть. Главное, чтобы сейчас на мой напиток был. Как ты угадал? Ну, чуть попозже об этом. Окей, сейчас нельзя, мне еще работать, мне еще ролик снимать. Но у меня для тебя плохая новость. Это же был подарочный, правильно? А понадобится еще обычный. Так что, да, ты его помой, пожалуйста. Нет, это такого подарка не было. Можно засчитать за подарок. Я работать, а потом вытяну что-нибудь. Только я должна помыть, да? Я заработаю, а ты помой, да. Ну что, бумажечек все меньше и меньше в коробочке. Давайте посмотрим, что занимается Максим. Ты уже работаешь? Ролик заснял на воскресенье. Мы тебя немножко отвлечем новеньким подарком. Давай. Я поймал тот. Кого? Не скажу. Увидите. Ну давай, за спойлерии. Нет. Клевый? 50-50. Могла бы, конечно, поменьше. Зачем такие бумажки? Ты знаешь, что деревья рубят из-за этого? А? Стыдно? Мне нет слов. То холодный, то горячий, но висящий, то стоящий. Я это показать не могу. Пошлятина. Сыр. Давай, напряги мозг. Ты сможешь? У меня в голове опять кальян. Максим, я понимаю, что все в твоей жизни сводится к кальяну. Душ. Правильно. А-а-а, когда спрятала. А, иди посмотри. Толчок, прикинь, пофикса идет. Купить ящик, наверное. Нет, там же в душе было. Ну, спасибо, что не носки, конечно. И не гель для душа. Лосьон для бороды. Несите несколько капель масла на донор, равномерно распределить во всей бороде для наружного применения. Типа, чтобы кожа не шелушилась. Чтобы твоя борода всегда была красивой, ухоженной, лощеной, блестящей. Нихнем. Наверное, мужиком должно пахнуть. Хоть травой пахнет. Ну давай, пару капель. Несколько магия будет. Теперь у тебя появились косметические всякие штучки. Да я так же, как с духами, они будут стоять, но я им пользоваться не буду. Это одна капля. Борода большая, поэтому 4 капли. Ой, как увлажнее. Ну, если честно, мне кажется, для моей бороды 2 капли, это еще пихет. А, смотри, как сразу. Блестит? А? Да, красиво очень. Суду-штар. Теперь еще больше на бензину похож. На самом деле, я говорил Алине, что хочу купить, но, вы знаете, меня в такие места сложно затащить, потому что из-за того, что борода тяжелая, особенно когда на улице жарко, кожа шелушится. Ну, знаете, как бывает с лицом, а под бородой же там ей парник, по сути, да? Да, да. Вот. А еще я узнал, кстати, что для бороды по-хорошему нужно использовать другое полотенце. Серьезно? Да, потому что кожа и так, типа, под напряжением волос, ну, потому что тяжесть, да? И вот такое полотенце можешь шершать. Я в последнее время туалетку вытираю. Ты купить специальное полотенце для бороды? Нет, можно одноразовый. Типа вот как это используешь, там говорят, одноразовый самый лучший. А как же экология использования бумаги? Моя борода превыше всего. Ладно, куплю она тебе. Поменялась чуть-чуть? Ну да, она серьезно ухоженнее по бокам, посмотри, кроме шуток. Это самое полезное за сегодня, ну, после кальяна. Блин, опять неприятно. Не, ну это топ, и еще можно идеально спрятать, чтобы пацаны не думали, что я чем-то умываю. Спорю, ты возьмешь туалетку, она упадет потом, и разобьется. Так и будет, можно? Да, пока хрустишь, давай, один, закусочку. Кстати, три корочки, я же говорил, что зелень мне нравится, но они испортились.
Поэтому хоть схавать бекон. Лето, отдых, друзья, алкоголь. Нет, смотри на полки, там, где наши руки. Мне кажется, самое сложное тебе в нашей квартире узнать, где что стоит. Ну, твои руки где-то там. Это здесь хотя бы. В прямом смысле наши руки. Думай. Нет, нет, не так. Наши руки, подумай, вспомни. Поднимите руки. Я не понимаю. Но мы с тобой делали наши руки. А, она даже не развалилась, и, кстати, реально клево на полке смотрится. Не хотела протереть? Она с нее сыпется, протирает там периодически. Строгий муж. Да это же не подарок был. И второй тащи. Бирпон! Проблема в том, что один друг у меня родил и больше не выходит на связь, а второй работает. Я подумала, что вы едете в отпуск. Нам придется с тобой, Лена, играть. И было бы круто. 20 тысяч лайков, и мы с Алиной запишем бирпонг, но, естественно, не спим. А вторая тебе игра как? Типа можно... Нельзя. Я и так могу выпить больше, чем мои друзья. Если мне еще выпадать не будет, то они сопьются, а мне будет грустно. Ну, попробуй, давай. Будешь с колой эксперименты проводить? Ну, потому что виски пока что нету. Мне интересно, где ты это купила? Вот магазин типа. А вон мод где-то всяких корейских, японских я товаров. Я думал, Валик, мне кажется, такой только навыки можно купить. Типа держателя для джойстика от Кальяна. Иви, тебе все интересно, да? Хочешь, мы туда будем наливать тебе воду? О, рукомастер. Идеально. Вращайте барабан. Я боюсь, что упадет. Нет, ты на желтую стрелку давай. А как, нажать надо? Я думаю, просто вращать. А, она крутится отдельно. Что-то как-то она крутится, как-то фигово, тебе не кажется? Я хейтер, да? Тебе все не нравится. Мне уже неловко, когда ты будешь вытаскивать следующие подарки. Ну, клоу, прекрасно. Не, мне больше интересно бирпонг. Это реально полезная штука. Мы как-то с Алиной, нам было скучно выходной праздничный день в Москве еще, когда жили, у нас не было там много места, мы на полу играли в бирпонг. Но самое сложное найти мячик. У нас в Краснодаре нигде они не продаются почему-то. Да, у нас есть теннисный магазин, где вывеска, что для пинг-понга не продаем прямо на двери. О, слушай, на картинке они такие маленькие, я думал, уже типа фигня. Нет, это прям серьезный стакан. А их мыть придется? Ну да. Это прям стаканище. Слушай, так один выпьешь и все, откинешь коньки. Чтобы больше шансов попасть просто было. И даже мячик не один. Спорим, попаду с первого раза. Давай. Давай. Трикшот, цените, два стола, это типа с препятствиями, dude perfect. Иви, нельзя! Мой шаг. Иви, нельзя! Отдай шарик, Иви! Нет! Иви, отдай шарик, дай шарик. Отдай шарик, отдай шарик! Стой, стой! Отдай шарик. Еее, с первого раза! Ладно, на, один возьми. Подарки сегодня не только мне, походу. Но один я себе оставлю. Ну, мы с тобой будем играть. Можно видос снять, реально. Бирпонг, но заменим его на разные напитки. И потом надо, типа, ты попал и угадываешь какой. Можно так угадывать вкусы колы, типа, да, какая-то да, кола типа, с номерками. Все, ролик готов. Можно добавлю один факт? Я уже часов 5, наверное, вытаскиваю разные карточки и не вытащил ни одного хавчика. Там хавчик это типа вообще эксклюзив. Ну он есть, но я подумала, что давить еду много. Опять сухарики побрать. Жена, давай, вдруг повезет. Есть хавчик? Есть. Креветки? Нет. Пицца? Нет. Ну, время удивлять, посмотри на подоконник. Она специально прятала не в моей студии, потому что я тут не выхожу. Бой! Бой! Доставай стаканчики для бирпонга. Не, ну скажи, что это шедевр. Это типа бутылка сразу с закуской. На всех женских сайтах это топ-подарок мужику своему. Просто топ. Ваши эмоции. Жалко, я на видос это попробовать не могу, но сегодня попробую, пацаны. Сегодня как раз пятница вечер, а у нас уходит в Destiny обновка. Хоть, но тебе кто-то такое делал? Лучший подарок, это подарок сделан своими руками. Ты согласен? Еще и такой. Ролик точно 18+. Но зато не видно бренда. А? Не реклама? Вкусно пахнет. Спасибо. Ты можешь есть одну шоколадочку, хочешь? Вот тебе еда. Я хочу нормально, пойду себе закажу. Осталось 4 часа и 4 карточки, да, получается. Какое, левое, правое? Какое бы взяли вы? Мне кажется, я не хожу налево, возьму право. Там обычно прячется любовник. В шкаф пойдем. Ну, а, эксперт! Да, конечно. Я тут где-нибудь прячусь. Тут в них не помещает. Хотя, кстати, Алина помещается в нашем шкафу. Любовника там не будет, предупреждаю сразу. Либо он со мной поиграл. Ну, чтобы у него ребенка не было, да, видимо. Да давай! Как среди пумы найти что-то другое, да? Вот это? У каждого уважающего себя мужика должна быть такая футболка. Покажи, покажи! Ты еще скажи с пацанами в клуб, я в ней пойду. Это я для Сочи тебе сделала. А? Вы посмотрите! Максим, я даже взяла фотографию нормальную, а не какую-то с надписью «Моя девочка».
Мне кажется, просто вау. Поделись своими эмоциями. Это трек про бизнесменов и про каблук, и про каблук. Смотри, обтягивай твое тело, моя я фотка. Я уже устал живот втягивать. Тяжело так сильно, она слишком сильно обтягивает. Или мне на этой футболке еще и ходить в ней. Все с мячиком, что ли? Он жив еще? Кажется, нет. Забирай. Тебе нравится? Да, класс. Следующий ролик. Ты мечтал такой? Всю жизнь. Типа ненавязчиво, чтобы жена всегда была с тобой. Слушай, Оксана Самойлова вообще такую игрушку дарила, тарелку и покрывала. Я только на футболке остановилась. Пойду снимать ролик. Надеюсь, там будет еще парная татуировка, типа Алина. Я хотела, но ты отказываешься. Потому что это харам. Маленькая радость там, где диски. И диски. Машины? Да, в дисках машины. Иди ройся. Ты купила новые диски вместо потертых? Нет. Могла. Я видел, какие у тебя рекламы были в прошлом месяце. Причем я за них налоги платил, а тебе перевожу без налогов, то есть... Я на них на отдых лечу. Нет, на отдых я тебе еще переведу. Там не хватило бы на весь отдых. Дорого отдыхаешь. Дорого отдых, работай, чтобы отдыха не было. А я сейчас чем занимаюсь? Сюда, диски сюда. У меня дисков немного, значит это сюда. Здесь видишь диски? Вот. Ну это не они. А, Лайон! Вот это я схаваю, вот это я схаваю 4 шоколадки. Я знаю, что ты их любишь, они не везде продаются, я пошла в корейский магазин. Когда был мелким, меня мама возила в Лондон, и там такие продавались, только там. Ну, лучше за сегодня. Лучше и скорее кола. Я думаю, это лучше за сегодня. Готов каждый день ходить, если будешь шоколадки просить. Буду толстым, но счастливым, спасибо тебе. Блин, парадокс, что больше всего ему понравились шоколад. Из всего, что я делала, как-то аж неловко. Так, стоп, подожди, почему ты снял потрясающую футболку? Любовники звонил. Ты даже еще на отдых... Оговорочка по Фрейду! Давай карточку. Их осталось всего две. Надеюсь, все-таки здесь будет еда помимо шоколадки. Самая необходимая вещь, которую ты используешь каждый день в туалет. Иди в Лего. Туалет, Лего. Необходима расческа. Расческа? Нет. Могла бы. Я хочу тебя на расческу, кстати, на будущее. Хорошо, запишу для следующего ролика. Ищу в моей зоне доступа. Лучше, да? Yes! Чаша для Кельяна! Мне кажется, это необходимый туалет, если честно. Так, представляю вашему вниманию. Это от фирмы Облако, чтобы было дымно. 5 отверстий, чтобы курилось плотно. И толстый бортик, чтобы прогрелось и долго не остывало. Ну как для тебя же. Ну а кому я сбиваю кальяны? Тебе это необходимо? Не знаю. Офиг пойдет. Нормально? Нормально. Последний подарок, день подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Местами я кажусь неблагодарным, возможно, так и есть. Но на самом деле я просто юморист, я очень ценю, потому что... Ты просто ждал большего, да? Хотя бы там диски для машины. Но это хавчик, стоп, хавчик, потому что ты спойлерила. На нем нарисованы гуси. КФЦ! Это в квартире находится. Могла бы ведерко мне остров в квартиру занести. Курица же КФС. Ну, все, тебе не то! Ладно, шучу, пойдем. Куда? Гуси? Какие гуси? Где у нас могут быть гуси? На каком дурацком твоем платье? Все там обычные цветочки. Ага. О, да это самое классное! Это чехол. Они не вместе. Они не могут понять. Нет, ты можешь это просто без... Ну-ка, давай. Это реально супер полезная вещь, о которой я Лене говорил. Это, наверное, единственное, на что я напросился, скорее, да? Так, ну, я помню, ты месяца два назад об этом говорил, да, смотри. Да, объясню причину. У нас в стране сейчас не работает Apple Pay, ну, точнее, карта через Apple Pay. И приходится таскать с собой карточку. Я не люблю кошельки, я не люблю, знаешь, когда пацаны приходят и выкладывают ключи от тачки, кошелек, третий кошелек, загранпаспорт. Кольцо снимают. Я люблю, чтобы только телефон был. И это, короче, крепление для телефона карточки на магните, да. С AirTracker'ом. Смотри, или ты можешь просто без чехла надеть его, или же с этим чехлом. Давай. Должен быть кружочек нарисованный, чтобы не синхронизировались. Да, я знаю, я обзоры смотрел. Вилсаком, мобой. Натуральная кожа. Воу. Давай попробуем. Кстати, не разбитый, в отличие от твоего. А кто мне его разбил? Ты видела? Magic Johnny. Сюда, насколько он плотный. Смотри, кстати. Так. Он держится. Ну, по идее, щехлом должно тоже хорошо держаться. Ай, мама, кто это? Чтоб ты не говорил, что твоя карточка всегда у меня, теперь она может быть всегда с тобой. О, это клево. Спасибо тебе. Вообще мне понравилось. Почаще бы девушки дарили подарки парням. Смотри, ты ответил на 11 вопросов, но есть 12-й бонусный хавчик. Подарок. Хавчик. Это не хавчик. Он маленький и миленький. Держи. Лампочка.
Нет. Это все, что я могу себе позволить купить в мире кубиков сейчас с новыми ценами. Лего сейчас дорогое. Я зашла, посмотрела, офигела. Да. Это брелок на твои ключи, чтобы ты их не терял. Чтобы мы их отличали. Я честно хотела тебе купить что-то от Destiny, но нигде ничего нет, даже носков. Крутяк. В общем, спасибо за просмотр, спасибо жене за подарки. Радуйте своих родных и близких. Теперь я точно пойду что-то кушать, приходится за свой счет, видимо, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставайтесь. Пару штук.